продлить великолепные летние каникулы. Мы уверены, что каждый из вас с нетерпением ждал, когда можно будет вернуться сюда. Сегодня большой праздник и у педагогов, и у учащихся. Начинается новый учебный год. Сегодня день встречи школьных друзей после долгой разлуки. Сегодня первый торжественный день в жизни первоклассников. Они первый раз переступили порог школы. Встречайте, первый А-класс, классный руководитель Отрощенко Лилия Васильевна. Дружными аплодисментами мы встречаем наших первоклассников. Итак, первый А-класс, классный руководитель Отрощенко Лилия Васильевна. Давайте поприветствуем, они волнуются первый раз. Классный руководитель Гришкина Наталья Григорьевна. На нашу площадку мы приглашаем первый В-класс. Классный руководитель Дашкевич Ирина Николаевна. Классы стали просторными и красивыми. Хочу выразить слова благодарности вам, уважаемые коллеги, родители, технический персонал школы, а также руководителям шествующих предприятий за оказанную посильную помощь. Хорошие результаты на централизованном тестировании показали наши выпускники. Четверо из них набрали от 90 до 100 баллов. Школа заняла второе место по централизованному тестированию в районе. Очень много новых открытий, новых друзей.
а рядом с вами всегда будет учитель. Вчера я просто ребенком, но ничего не поделаешь тут. Назвали меня дошколенком, а теперь первоклашкой зовут. Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. И теперь у нас на парте книжки, ручки, дневники. Я на уроке. Пришла учительница в класс вставать или садиться. Теперь я ученица, милами пишу, боюсь пошевелиться, сижу и не дышу. Почему? Классник, я большущий, прощайтеся. Мы запомним навсегда этот день прекрасный. Лучше школы нашей нет. Здравствуй, школа, здравствуй. Не играй с мячами в прятки. Каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи. Одевайся аккуратно, чтоб смотреть было приятно. На уроках не хихикай, стол туда-сюда не двигай. Не трясись, зазнавайся, в школе всем помочь старайся. Школу нашу берегите и учителей любите. Вот и все наши советы, их мудрей и проще нет. Ты, дружок, не забудь, начинай свой школьный путь. Мебель всю переломать,
на обед получать по 100 конфет. Разве не этому учат в школе? Кто тебе такое сказал? Мальчик Коля. Остаться. В этой школе остаемся мы учиться, чтоб всем наукам научиться. Уходи, ну уходи. Ну что, оставляем девятку-десятку у нас в школе. Всем ученикам я хочу пожелать отличных отметок и интересных уроков. А родителям и учителям напомнить, что безопасность детей в ваших руках. Пожалуйста, не забывайте об этом. Итак, первый звонок в новом учебном году. Звенит звонок, веселый, грустный, детский, ждет жизни вас другой урок. Придет день, звенит звонок, уроки открывая, мы к знаниям идем вперед, усталости не зная. Поздравляем всех с праздником, днем знаний, здоровья, успехов, мира и добра вашим семьям. А мы приглашаем первый класс на первый урок. Первый класс, пожалуйста, звонок для вас. Вы сегодня почетные гости.